Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие новости по нашей игре. И сегодня новостей просто огромное количество. Ну, во-первых, стартовал ивент, в котором можно забрать себе AMX CDAN 105 абсолютно бесплатно. И даже если он у вас есть в ангаре, то можно его обменять на золото, а не на серебро. Как это сделать, смотрите в видео по ссылке, которую я добавил в описании. Кроме того, на продажу вышли две машины в составе набора. И по поводу данных машин и самого наборчика видео выложу буквально через полчаса после того, как опубликую данный видос. Ну а в этом конкретном видео мы с вами покрутим вот эту рулетку, которую сегодня добавили тоже в игру, на контейнеры. Общая стоимость данной рулетки и количество прокрутов. 25 прокрутов, и суммарно вся вот эта вот лабуда обойдется вам в 39 999, прям в каком-то супермаркете. Ну а если округлять, то, ребят, 40 косарей за все контейнеры, которые здесь есть. Здесь есть все, что угодно, начиная от «собери их все» и заканчивая великолепнейшими контейнерами. Огромный сюрприз. Почему они мне нравятся? Потому что даже если вдруг вам выпадает контейнер на машину, которая есть у вас в ангаре, то в случае, если сама тачка вам не выпадает, а в случае с премиумными тачками, желательно, чтобы не выпало повторение, то вы получаете себе голды обратно. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Я продал несколько коллекционок на своем твинке, на основе крутить не буду. Ну а здесь у меня 19 900, на всю рулетку, безусловно, скорее всего, не хватит, но давайте попытаем удачи. Ну что, поехали, 350 голды, что они мне дадут? В любом случае какой-то контейнер, вопрос в том какой. Пособери их все, вы, крутя данную рулетку, вернете себе минимум косарь, собрав по 7 талисманов. По мистикам здесь все немножечко попроще будет, скорее всего ничего годного падать вам не будет, потому что мистики в последнее время не очень хороши собой. Ну и в моем случае мне необходимо еще 13 контейнеров открыть, чтобы открыть хотя бы один контейнер второго уровня. Но возвращается 500 голды, ребят, и я в плюсе на 150 золота. По-моему, начинается все неплохо. 450 золота. Ну, давай мне, дай мне огромный сюрприз, пожалуйста. Ну давай, давай, не жмоться. Нет, 3 мистика. Ну слушайте, если будет падать как с первого, то было бы-то и неплохо. Что получаем? 100 голды обратно. Маловато, но все равно спасибо большое, что не просто свободный опыт и какие-нибудь там иксы или дни према. Мистический сертификат! Ни черта себе! Ребят, слушайте, ну прям пруха пошла! Прям пошла такая пруха! Хоть в КЗТ 22СР возвращается ко мне в ангар, ребят! Я его продал специально, чтобы данную рулетку покрутить! Просто имбово! Блин, у меня начинают чесаться руки покрутить данную рулетку у себя на основном аккаунте. Я, правда, сомневаюсь в том, что на основе будет так сыпать. Еще один мистический сертификат! Два мистических сертификата подряд из мистиков. М41Д, которого в ангаре у меня не было. И даже если оценивать его в 3000 голды, то я все равно просто в имбовом плюсе. Мистики закончились. Ну, ребят, едем дальше. Едем дальше и открываем. 500 золотом. 500 золотом. Ну, давай что-нибудь крутое, пожалуйста. Пожалуйста, не расстраивай меня, игра. Собери их все. Не верю в эти контейнеры. Ровно как и не верил, правда, в мистике. Но если сейчас отсюда... Ой, ё-моё! СУ-130 ПМ, которой не было на этом аккаунте. Я просто в шоке от того, что происходит. Ну? Давай еще. Давай еще. Еще давай, накидывай. 1000 голды сверху. Мать моя женщина, отец мой мужчина и все мои родственники разнополые. Ребят, у меня сейчас больше золота в копилке, чем было, когда я стартовал. И при этом я достал себе уже несколько машин. Это просто крутотень. Мне, походу, ВГ подкрутило и очень круто. Открываем. Ну, давай, родимая, не подкачай. Ну ладно, я тебя прощаю. Я тебя прощаю за этот практически пустой мистик. 600 голды. Ну, давай. Ну давай, бриллиантовая. Собери их все, два контейнера. Так, ладно, хорошо, по талисманам. По талисманам мне еще необходимо 6 талисманов, для того, чтобы еще 1000 вернулось назад, и в целом это вполне себе реализуемо в данной рулетке.
Ладно, хорошо. Здесь машин нет, но я знаю, где они есть. Они есть в контейнерах «Огромный сюрприз». Это, наверное, самые любимые мною контейнеры из тех, которые в игре присутствуют. Ну? Блин. Собери их все, всего лишь один. Здесь тоже танка нет. Едем дальше. Нет, ребят, слушайте, я в такой азарт уже вошел. Ох, блин. Ой, держите меня, семеро. Ну, давай сразу главную награду. Еще четыре, собери их все. И в целом я возвращаю косарь золота назад талисманами. Если еще сейчас какая-то тачка выпадет, будет вообще просто имба-имбовая. Ну, родненькая, давай, давай, не сбавляй обороты. Давай, золотая. Накидывай. Ладно. Так, сейчас, походу, по моим подсчетам... Нет, не хватит талисмана. Или будет талисманчик. Все, собрал 1000 голды по талисманам. И при этом всем я слил 1000 голды, а получил, блин, мама не горюй. Ребят, напишите в комментариях, считаете ли вы, что я окупился, по крайней мере, на момент вот этого прокрута. И пишите, стоило ли мне дальше идти, когда досмотрите видео до конца. Я-то сам не знаю, окуплюсь или нет. Но мне кажется, что в любом случае окупился, потому что Т-22СР в любом случае пятнаж стоит. А я по факту танцую сейчас по золотой копилке практически на месте. Плюс еще эмочка выпала, плюс сушечка. Короче, насыпала нормально. Сыпануло так сыпануло. Так, ладно. Закончили. Поехали дальше. Ну давай. Ну. Ох ты. Мега-контейнер. Ну, ты мега-контейнер или нет? Не очень. Не очень мега, но все-таки контейнер. Забираем. 1250 голды. Но... Ну давай, не томи, блин. Собери их все один. Ну, дороговато. 1250 за один, конечно, уже дорого пошло. Ставки растут. Три контейнера еще надо. Окей. Сейчас дыбаем. Я больше чем уверен, что сейчас будут падать. Собери их все, поскольку они являются, ну, во-первых, самыми здесь популярными. Целых 4 слота посвящено. Обманула меня игра. Слушайте, а ну прям рулетка меня удивляет на каждом прокруте. Серьезно, ожидаешь одно, выпадает другое по талисманам. Ну, 8, конечно, не соберу. Ну, ладно, пусть будет. Потом когда-нибудь добью и, глядишь, тоже что-то выпадет из второго уровня. Мало ли, пол ляма серебром. Ну, такое себе. Такое себе. По сравнению с тем, что выпадало... Да, сглазил. 50 игра, говорит, тебе лучше будет, нежели в 10 раз больше. Ладно, хорошо. Едем дальше. 1450 золота. Я хочу добраться до огромных сюрпризов. Мне очень туда надо. Ну, давай. Три собери их все. Здесь не собираю их все. Ну, в целом, если собери их все, выпадает больше, чем одна награда, это значит, что танк не выпал. То есть, в принципе, когда начинает с левой стороны что-то появляться, значит, в принципе, не повезло с открытием. Косарик вернулся. Нормально. Так, забираем. Я единственное, что я, по-моему, один мистик не открыл. Сейчас, ребят, дайте мне буквально секундочку. Правда, эта секундочка может затянуться с учетом того, что у меня хранилище немножко притормаживает. Че у меня тут? А, нет, все мистики открыл. Все нормально, все окей, это на один, это на второй. И, в принципе, привет. Что-то грешным делом подумал, что я что-то пропустил. Возвращаемся в рулетку. Надеюсь, я не скинул свой фарт тем, что выходил из нее. Но... Блин, по-моему, фарт ушел.
По-моему, пора начинать задумываться над тем, чтобы вовремя остановиться. Ну, блин, как тут остановишься, когда тебе все подсказывает, что сегодня тебе везет. Так, еще один талисманчик. Открываем контейнер. Офигеть, блин, ну дайте еще одну машину. Давайте, давайте. Не жадничайте, разработчики. Я в вас верю. Вы не могли сделать так, что на этом все закончится для меня. Едем дальше. 10 тысяч я потратил, и в принципе пока считаю, что я в плюсе. О! 2 мегаконтейнера. Триста голды. Двести пятьдесят золотом. Ну, мало. Мало, конечно. Мало по возвратам. Так, 1550. Ну, давай, огромный сюрприз мне, пожалуйста. Ну, хотя бы один, блин. Опять собери их все. Есть. Ну, хотя бы талисманы фармлю, уже хорошо. Сколько мне еще надо? О, один как раз. Тысячу вернул. Закончили. Так, идти дальше или нет? Что у меня там дальше по шансам? Мега-контейнеры 18% за один. Контейнер огромный сюрприз 7%. Маловато, конечно. И по контейнерам собери их все. Ну, просто такие бешеные проценты по возможности выпадения. Так, ну ладно, поехали. Давай, родная. Давай. Ну, ё-моё, один собери их все. Просто по бешеному ценнику. Просто огромная цена этого контейнера сейчас для меня была. Заоблачная, абсолютно не целесообразная трата. Мне нужен огромный. Давай. Забираю. Блин, да что ж такое, ну? Ну сыпани еще. Уа! Наконец-то! Наконец-то огромные сюрпризы! Ну? Давай, давай! ВЗ-114 на этом аккаунте у меня нет. Открываем, и что мы получаем? Ну, давай, давай, гусеницы. Нет, 1750 золота. Мало, мало, блин. Шкода Т-45. Вообще не интересно. Вообще не интересно, блин. Даже если она выпадет. Слава богу, выпало 1000 золота. Потому что сам танк мне был вообще не интересен. Забираем. 8157. Ну, крутим еще. Че тут останавливаться-то в конце концов? Блин, да чтоб вас с вашими собери их все, ну. Так, надо еще 3 контейнера. И они у меня есть. Значит, 1000 вернется однозначно. Забираю. Забрать. 1000 вернулось. Ну, в принципе, ожидаемо и абсолютно не удивляет. Ну все, ребят, тут начинается самое интересное. Я так подумал и, наверное, буду идти пока дальше. В
вроде бы и надо бы остановиться, но когда ты видишь самые жирные награды перед собой, понятное дело, что останавливаться не хочется. Ну а вы, ребят, обязательно задумайтесь над тем, стоит ли вам вовремя останавливаться. Ай, Британь Пантер, нафиг не надо, 750 голды, гораздо интересней, вопросов нет. Нет больше? Нет. Едем дальше. 2250 золота. Ну, сейчас будет явно мега-контейнер. Один. Вот вам, пожалуйста. Открываем. О! 1250 золотом и мистический контейнер. Ну, давай, мистик. Давай. Нет. Жадина. 2500, поехали. Еще 2 мега. Открываем. О, что-то жирное. 250 голды и мистический контейнер. Блин, сотка золота. Чё ж вы издеваетесь-то так, а? Ох, меня от адреналина сейчас колбасит, ребят. Прям, блин, бьет. Пудель 6 уровня. Ну, слушайте, все равно танк. Даже если оценить его в 2000 золотом, все равно еще одна машина в коллекцию. И 500 золотом вернулось. Закончили. Поехали. 2750. Огромный сюрприз однозначно мой. Скорее всего, один. Главная награда! Главная награда! 7 штук открывать буду. Ну давай, не подкачай меня. СТРВ-74А2, блин. Только бы золото. Только бы золото, не танк. 750 голды. Ну? CS-52 лис. Почему ж ты, гадина, мне не выпадешь никак на основном аккаунте? Блин, CS-ки у меня нет там. Ну, давай. Еще косарь возвращается назад. Ай, блин, промахнулся. Так, забрать еще раз. Третий контейнер. TL. Слушайте, TL-ки у меня нет ни на одном аккаунте. Не считаю годной машиной, но, блин, на халяву почему бы и нет. Давай. 1750. Да что ж такое-то? Не выпадают нужные танки, а? Четвертый контейнер из 7. Калибанушка! Калибанушка, давай выпади мне, пожалуйста, я тебя очень хочу. Ну, блин. Полторушка с золотом. Так, осталось 3 контейнера. Шкода Т-45. 1000 золотом. Блин. Хорошо. Ой, как хорошо. Бадгер. Давай. Давай. 6500 золотом назад в копилку. Ну, на основе Бадгер есть, хорошо, бог с ним. Бог с ним, ребят. Открываем. Ух, меня дерет, блин, адреналин. Шерман лозы. Дай голды, 750, не нужен мне Шерман здесь. 750 золотом, камон, ребят, 750. Закончили упражнение. 13800. Блин, да понятное дело, что я кручу. Так, открываем. Телечка еще раз выпадает. Контейнер на ТЛ. Давай. Давай, выпади мне, ТЛ-ка, давай. Есть! Есть! ТЛ-7120! Вангар! Вангар, зараза! За орудие и вангар в стойло! Все! Да забираю однозначно последние 2 конта! Однозначно забираю!
Сейчас, ребят, посчитаем, что я получил. Потому что насыпало мне М60. Давай 6500 мне. Ну, 6,5 косарей. Блин, точно, по ним уже компенсация. Пятерка идет. Если не выпадает танчик. Еще пятерочка назад. Объект 907. Я просто в воду, блин. Ба! 5 косарей. Фух. Блин, вот это открытие. Наверное, самое крутое открытие за всю историю, которая у меня была. 15 тысяч золота остаются у меня в копилке. Что я получаю за, грубо говоря, 5 тысяч голды? Да меньше 5. 4800, если я правильно все посчитал. Теперь давайте будем смотреть, что я получил за 4800 золота. Опускаемся в самый низ, где тут начинается вся эта история с моими контейнерами сегодняшними. Мать моя, сколько я открыл. Итак, за 4800 я вернул себе Т-22СР, получил М41Д, СУ-130ПМ. Дальше, это уже две машины. Иди сюда, где ты, блин? Сколько всего, сколько всего. Получил TL-7129. Я считаю, что за 4800, бог с ним, за 5000, три танчика в ангар, которых не было, это очень-очень круто. Просто мега круто. Ребят, искренне желаю, чтобы вам тоже так повезло, но помните, главное вовремя остановиться, если вы начинаете уходить в существенный минус. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вы, друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Буду вам безумно благодарен, обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.